Вопрос. Что такое сигнал-ар? Сколько протоколов он в себе объединяет, какие вспомните? Сигнал-ар – это библиотека, которая позволяет серверному коду отправлять асинхронные сообщения для клиентских приложений. Сигнал-ар в себе объединяет 4 протокола – Long Pooling, Forever Frame, Server Send Event и WebSocket. Принцип работы сигнал-ар очень простой. Сначала он выбирает самый современный протокол общения сервера и клиента, например, WebSocket. И если протокол не поддерживается браузером, то выбирается более старый и так далее. В настройках сигнал-ар можно установить протокол по умолчанию.